Всем привет! Сегодня готовлю куриный рулет с грибами и сыром. Это отличная закуска, а также довольно сытное основное блюдо. Хорошо смотрится порезанным на кусочки на праздничном столе. У него очень мягкое мясо и нежный вкус. Куриную грудку весом примерно 300 грамм разделим напополам. Хорошо отбиваем с двух сторон. Мясо присыпаем солью, черным перцем, приправой для курицы. Равномерно распределим специи по мясу. Луковицу мелко порежем. Свежие шампиньоны у меня примерно 100 грамм. Порежем кубиком. На сковороду нальем примерно 2 столовые ложки растительного масла. Обжарим лук до полупрозрачности. Добавляем грибы и тушим до испарения жидкости. Грибы солим, добавляем перец по вкусу и перемешиваем. 50 грамм твердого сыра натрем на крупной терке. Добавим грибам. Начинку укладываем на мясо. Заворачиваем рулетики. Закрепляем ниткой. На сковороду наливаем растительное масло и обжариваем рулетики до легкой румяности со всех сторон. По времени это займет 2-3 минуты. Противень смажем растительным маслом. Укладываем обжаренные рулетики на противень. Наливаем немного воды. Примерно 30 мл. Ставим в разогретую духовку и запекаем 15-20 минут. Готовые рулетики перекладываем на тарелку. Убираем нитки. Можно подать такие рулетики горячими с гарниром из картофеля, лапши или риса. А можно дать рулетикам остыть и нарезать, и подать как закуску, а можно еще использовать для приготовления бутербродов. Если вам понравился рецепт, тогда ставьте лайки. Пишите комментарии, вам не трудно, а мне будет очень приятно. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Они выходят каждый день. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения!